секции волейбола спортивной школы «Виктория» занимается более 200 человек от 9 до 18 лет. Из числа лучших сформирована одна из сильнейших команд Краснодарского края. Она регулярно приносит в копилку города-курорта золотые медали. Только за прошедший год спортсмены одержали 6 побед в краевых соревнованиях и 2 во всероссийских. Стали призерами в 20 турнирах. Эти достижения стали возможны в том числе и благодаря тесному взаимодействию тренерского состава, родительского комитета и руководства школы. В первую очередь, это тренерский состав, очень много еще энтузиастов осталось, которые работают. За вторую очередь, это родители, которые во всем помогают тренерам своим. И, конечно же, база. У нас исключительная база. Вот наша база «Виктория» – одна из лучших баз в крае, вообще в крае. И один из лучших волейбольных залов, которым занимаются именно дети. Вот волейбол как раз у нас сейчас возрождается. Был момент, когда не было тренеров. Наши тренеры, в основном, которые сейчас работают на детях, они играли еще сами. И сейчас, по окончании вот этой своей спортивной деятельности, как игроков, они работают в качестве тренера. Вот у нас в школе работают все наши выпускники. Сегодня в спортивной школе проходит турнир, посвященный памяти заслуженного учителя Кубани Станислава Фролова. Именно он стоял у истоков развития волейбола в Анапе. В соревнованиях принимают участие 15 команд. Ребята 2003-2004 годов рождения приехали со всех уголков России. Хакасия, Ставрополь, Волгоград, Москва. Несмотря на достаточно юный возраст, борьба разгорается нешуточная. Анапским волейболистам едва удавалось сдерживать натиск противника. Сами игроки признаются, в игре самое важное – взаимодействие в команде, дисциплина и понимание тренера. Иначе победу не одержать. У нас очень хороший тренер, и он очень много нам дает. Он даже в отпуске, он тренирует нас. Он не дает нам расслабиться. Мы в команде не ссоримся, у нас девочки хорошо общаются, и мы помогаем друг другу. То есть кто-то ошибся, мы подойдем, подбодрим девочку. Она уже на эмоциях будет играть дальше. В этих соревнованиях Анапа уверенно держит абсолютное лидерство в рейтинговой таблице. Остались заключительные игры, но организаторы турнира говорят, у анапской команды есть все шансы остаться в числе фаворитов и принести очередную победу в копилку школы и города.